последнее место, он говорит. Да. Это последнее место. Да, и, кстати, смотрите, как ровно-прировно. К сожалению, это последнее место. Четвертое. Четвертое или третье? Я запуталась. А тот другой дяденька нам предлагал 7 мест за эти деньги и за это время. Что-то я не думаю, что мы 4 часа накатали. Обман. Вот он, мостик. Ровная-ровная поверхность. Удивительно просто. Как будто спилили. Димыч меня загнал на самый верх. Вернее, на самый край. Говорит, здесь можно слезть. Обманывает. Здесь нельзя слезть.
гиды поднимаются с своими клиентами, фотографируют их, рассказывают что-то. Наш лентяй. Наше такое ощущение, что просто кемпинг хотел нам впариться. Ой, ну такое ощущение. В общем, сейчас прошло меньше три часа. Он говорит, давайте поедем сейчас уже в кемпинг. Давай попросим, может быть, еще что-нибудь покажет. Короче, говорит, мест поблизости нет никаких. Если хотите доплатить, но на весь день есть там гора, ну, гриб какой-то, в общем, вот какие-то различные тоже горы. И близко к деревне есть Набатейский храм, наверное, тот самый храм, про который я говорила. И, ну, кстати, здесь видно арку. В общем, мы сейчас едем в лагерь и уже остаемся там на ночлег. Сюда приехать. Что? На джипе, ну. Какая-то растительность. Верблюжья колючка какая-нибудь. А, не, вон, наверное, вон тот кемпинг. Да, вон. А вон впереди. Который вообще стрёмный. А может, это не кемпинг?